будешь смелым, духом не будешь падать, всегда своего добьешься. Так говорил Василий Иванович Чапаев. Легендарный командир дивизии времен гражданской войны родился в Чувашии, в деревне Будайка. Герой народного фольклора был на самом деле отважным бойцом. Все самое интересное о нем и о времени, в котором он жил, вы узнаете в музее Чапаева.